Друзья, знаете, я так рад, что мы сегодня собираемся, что даже год назад это вообще невозможно было сделать. И сегодня у нас очень как бы интересный момент. Прошлый шаббат мы говорили о Шаваоте немного, и в основном мы говорили о прощении и исцелении. Почему нам легко принять прощение, когда мы просим у Бога прости, а вот исцеление что-то сложно принять. Помните, да, мы говорили об этом? Мы говорили, как принять свое прощение, как принимать свое исцеление. И в ту же субботу, в тот шаббат, который у нас был на прошлой неделе, у нас было два явных исцеления. Один как бы у Светы, да, Паша, как мама, болит еще нога, нет? Вот коленка, она сразу здесь начала скакать, плясать, и Лены Мерзляковой, да, здесь нету. Я надеюсь, что вы услышите или увидите от них то свидетельство, которое Бог сделал в их жизни, то есть то исцеление, оно удивительно. И их свидетельство очень важно для каждого из нас. Но так как мы, мессианская еврейская община, которая состоит из евреев и не евреев, как это исполнение Писания, да, то здесь собралась вся куча людей, которые любят Бога, искренне любят Бога, верят, что Он послал им избавление через своего сына Иешуа. И поэтому нет разницы, евреи, не евреи, богатые, бедные, толстые, худые, старые, молодые. Нет разницы, раб или свободен. Спасение дано всем одинаково. И это мессианская община. Но знаете что? Нам не чужды календарные праздники, отмечающие с христианскими конфессиями. Не чужды? Мы свои-то празднуем. Ну, дай нам повеселиться, дай нам повод еще повеселиться. Но все, наверное, в рамках приличия нужно быть. Нам дайте только повод. Знаете, как спрашивают, что у вас у евреев столько праздников? Ну, мы говорим, ну как, нас хотели убить, мы победили, давайте покушаем. И таких праздников у нас даже и у других конфессий мы забираем. Так что у нас в рамках приличия все нормально. Но посмотрели, мы попраздновали Шавуот, а еще Пятидесятница будет у одних завтра, а у следующих через 20 июня. О, еще забыл сказать, что 20 июня мы всей общиной пойдем на пикник. Тоже праздновать Троицу, да, как люди говорят, или же вот все вместе пойдем. Хорошо, мы об этом мы скажем потом. Вот и вот этот огромный разрыв между Шавуотом и Пятидесятницей мы назвали возможность поговорить. 3 недели у нас будет возможность поговорить. Поговорить как раз вот от Шавуота до Пятидесятницы. Вот что можно наговорить, я думаю, что мы найдем. Итак, тема, по которой я бы хотел поговорить, связана с апостолами. Апостолами, которые... Наверное, так на них повлияла эта история или это событие. И, наверное, хотя, возможно, это связано и с нами, верить или не верить, да? Особенно в настоящее время, когда приходят трудности. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что делал Иешуа после своего воскресения из мертвых 40 дней? Я один раз подумал, а что ж он делал? А что не взять и так... Я воскрес, пошел домой. Жду вас дома. А когда вот это уже вопрос риторический, каждому свое время. Да? Но что вообще он делал 40 дней и 40 ночей до своего восхищения? Да? Ну, возможно, он учил своих учеников. Ну да, ну, это самый лучший ответ. Учить. Учиться, учиться и еще раз учиться. Как? Еще один еврей завещал. Может быть, он убеждал их чему-то. Возможно, как Моше. Помните, Моше получил 10 заповедей. Увидел, что народ развратился. Как показал, где Тора лежит на полу. Все разбил. А потом было второе послание, как бы второзаконие. Возможно, это он пытался объяснить им за 40 дней, все, что происходило за 3,5 года. То есть второзаконие сделал. Я не знаю, но давайте посмотрим одну из причин. Одна из причин, которые я видел, что делал Иешуа. Давайте начнем с первого дня, это воскресенье. Воскресенье. 16 Марка, с 9 по 11 стих.
воскреснув рано утром, в первый день недели, Иешуа явился сперва Мирьям из Магдали, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла, возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Ну, я понимаю, что они потеряли своего учителя, да, те, кто только был с ними постоянно. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, дальше что написано? Как вы думаете? Перекрестились. Или нет? Не поверили. В Евангелии от Матфея, 17 глава, Иешуа предупреждал своих учеников. Он говорил с ними, говорил о том, что придет время, когда он будет предан на распятие. Его убьют, и на третий день он воскреснет. И если почитаете, то написано, что они огорчились. Настолько огорчились, что забыли. Дальше мы читаем, вот я просто от Марка, 16 глава, я уже почитал, с 9 по 11. Дальше читаем. После сего явился и в ином образе, то есть в ином образе, в прошлый раз я был в куртке, сейчас я в столитом. У меня другой образ. Да? Ну как, нормальный образ, да? Шикарно. Но лицо-то не изменилось, правда? Ну о чем я? Что он в другом образе пришел, двум пристал по дороге, когда они шли в селение. Те возвратились, возвестили прочим, но и им не поверили. Лука, он был врачом. А знаете, у нас врачи любят писать мелким почерком так, чтобы непонятно было. Когда берешь у них рецепт, да, или как бы так, идешь в аптеку, что тебе купить, и даже аптекарь не может прочитать, что нужно тебе. Иногда дают не те пилюли. Но, знаете, он начинает писать о том, что происходило в Израиле в это время Феофилу, сообщая, что происходило там. И вот давайте почитаем, 26 глава Луки. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, вместе с ним некоторые другие. Не знаю, кто пришел еще, но там еще другие были. Но нашли камень отверстия от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иешуа. Когда же не удумывали они о сем, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих. Когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда были еще в Галилее. И сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предано в руки человеков, грешников, быть распятым, в третий день воскреснуть. И вспомнили они его слова. А что раньше не было вспоминать? Ну что так нужно было плакать? Он должен был воскреснуть, должно было быть веры столько, что ого-го, но не получилось. Возвратившись от гроба, возвестили всем 11 и всем прочим, что были, то были Магдалина Мария и Иоанна Мария и мать Якова, другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показалось им слова их пустыми, и не поверили. Другими словами, после воскресения Иешуа из мертвых ни у кого из них не было не только веры в Бога, вообще не верили ничему. И Иешуа, оставаясь с ними, посреди них, пытается возродить в них веру. Но Петр встал, побежал к гробу, поклонившись, увидел только пелены лежащие, пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. Знаете, в наших Библиях и в ваших Библиях как написано, что они верили, крестились, или же они не поверили? Как у меня тоже так написано. Они просто не поверили. Что же чувствуют себя люди, которым у нас говорят о каких-то небылицах на привозе? Ты знаешь, там, когда проезжал трамвай, собака бежала, споткнулась от колесо, и трамвай перевернулся. Что мы скажем?
Как же вы, что бы мне сказать? Да такого не могло быть. Что ты мне тут гонишь, да, или там втираешь? Состояние, когда вот у людей, когда люди не, ну, не понимают, что такое воскресение из мертвых, и когда приходят и дают новость, и вот и он живой, мы его видели, они говорят, ну что, не верю. Ну не верю. Иешуа, оставаясь 40 дней с учениками, наставлял их. И я верю, что это наставление было им для того, чтобы они уверили. Поверили в Него, как он пишет, говорит, верьте мне и Богу. Неверие, то есть, или невероятное вот, происходящее, не может вкладываться в разум, в то, что воскресение из мертвых произошло. И знаете, вот его явление для учеников в том виде, которое он воскрес, подтверждало одну простую истину. Потому что люди в то время еще не пересекались с таким понятием, как воскресение из мертвых. Кроме, мы знаем, что Лазаря, да? Но такое, ну, как сегодня, мы тоже очень редко встречаемся с тем, что люди воскрешены из мертвых. Будучи пострадавших и умерших, когда ты реально все это видишь. И вот что первое происходит? Иешуа говорит, я хочу, чтобы вы поверили, что я есть не просто посланник, пророк, целитель. Я есть Слово, которое обрело плоть и обитало посреди вас полное благодати. Я есть Господь, Бог ваш. Он не говорит это им, но именно явление из мертвых подтверждает его воскресение, именно вот божественность. Да? Мы сделаем один момент такой. Тот же Иоанн пишет в 20 главе 28 стиха. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Когда он увидел, когда он прикоснулся, когда он увидел его, потому что был поражен тем, что произошло. Если вы были на ретрите, Инна сказала однажды, что если помните, да, она имеет как бы понимание, что и при воскресении из мертвых Иуда тоже был там, и по причине того, что он увидел, он пошел и удавился, потому что не мог перенести то, что он сделал. Но это другая совсем тема. Мы, конечно, можем сказать, что Слово стало плотью и обитало посреди нас полное благодати. Даже тут мы можем видеть, что для Иешуа Бог приготовил тело, это тело стало возможным, когда Слово, которое было Богом, да, мы в Барашит читаем, и Слово стало плотью. Дайте увидеть, это Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это Слово, оно пришло к нам в виде Иешуа Мессии. Вначале это Слово было. Изначально Бог уже имел нас всех в своих планах и приготовил тело для своего сына, то есть для себя, чтобы этой клятвой, которую он дал Аврааму, чтобы искупить тех, кого он любит. Одно из проявлений этой благодати произошло после преображения, если вы можете это вспомнить. Например, после того, как они были на горе, они спустились, и вот Марк пишет некоторую историю, которая вам известна. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ним». Представьте, какой балаган там происходил. Он приходит, а там люди разговаривают, что-то ссорится, кто-то кому-то доказывает, как у нас бывает после собрания. Кто-то что-то кому-то доказывает. Слава Богу, что мне приходится еще ехать в Черноморск, поэтому я тихонько-тихонько, боком-боком и не вмешиваюсь в ваши разговоры. Но здесь Иешуа, тотчас увидев его, весь народ изумился, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. То есть человек уже и зная, имея откровение, что это за дух. У нас тоже многие верующие не понимают, какие духи вдруг другие бывают, да? О, этот человек уже понимает, что есть духовный мир, и его сын бесноватый, то есть одержим бесом, он уже даже ему имя нашел.
немой, потому что, видно, ничего не мог сказать, кроме му-му, я не знаю. Но здесь, и он говорит, где не схватает его, повергает его на землю, и он испускает пену, скрежет зубами своими, цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не смогли. Другими словами, я сказал, они не сказали, подожди, подожди, придет наш учитель, он это сделает. Они пытались. Говорит, они не смогли. Что они там делали? Я не знаю. И, честно, у нас есть разные служения изгнания бесов и все остальное. Я не знаю, что они делали. Нету у нас записи. Но причем, отвечая ему, Иешуа сказал, о, род неверный, доколе буду с вами? Да ну да сколько еще возможно? Доколе буду вообще вас терпеть? Приведите его ко мне. И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его. Представьте себе, его ведут, он увидел Иешуа, и тут ему плохо стало. Мальчику или бесам плохо стало? Скажите, пожалуйста. Конечно, тем, кто в нем. И увидев его, дух сотряс его, он упал на землю, валяясь и испуская землю, пену, да, на земле. Я хочу, чтобы вы понимали ситуацию. Ведут мальчишку к Иешуа, тут его хватает бес, начинает его трясти, идет пена, а вместо того, как у нас бывает сразу помогать, включают скорую помощь, давайте будем молиться, кипиш, кошмар, что-то нужно делать, а Иешуа что делает? Вы знаете, нет? Он начинает называться папой. Мальчику плохо. А он говорит, как часто это бывает? Ну, смотрите. И спросил Иешуа отца, как давно это сделало с ним. Он начинает разговаривать с папой, узнавать все истории. Там, ну, может, я не знаю, как там. Тут только одна, ну, видно только одна речь. А возможно, говорит, как часто? Весной, летом, осенью даже. А может быть, а сколько детей у тебя еще? А сколько ты женат? Он мог спросить что угодно. Почему? Я вам скажу, почему. И дальше. И он сказал, с детства многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над ним. Помоги нам. Иешуа сказал ему, если сколько будешь, сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующий. В тот час отец от отрока воскликнулся слезами, верю, Господи, помоги мою неверию. Вот тут, возможно, ничего обычного мы не видим. Но знаете, во-первых, мы должны заметить, как спокоен Иешуа был в этой ситуации. Как, так же самое, как и во время бури. Помните, да, он спит, буря идет, кто-нибудь из вас спал нормально на лодке, когда буря идет. В трюме можно еще спать, в большом корабле, Олег знает, что еще более-менее можно спать. Да? Тебя качает потихоньку, как бы засыпаешь. Конечно, так. А вот в лодке такой, буря, и он спал. Его еще будили. Помните, да? Спокойствие. Спокойствие о том, что, потому что ему подконтрольно все. Он спокоен в ситуации абсолютно во всей. И вот второе, что нужно заметить, что Иешуа не позволил бесам устраивать шоу перед толпой. Вы помните, да? Как только началась толпа бежать, там чуть дальше написано, что он запретил ему, и мальчик, как бы сказать, остановился. Другими словами, Иешуа настолько спокоен во всех этой ситуации, что он не позволил бесам устроить шоу. Как бы, знаете, у нас же люди сразу боятся происходить. Я помню, когда у нас было служение «Внутреннее исцеление освобождения» в театре смеха, да, вот этот, на Ольгинской, или Маски, где Машки шоу. У нас там было служение, мы один раз сняли целый зал, и мы там проводили внутреннее исцеление. И вот я помню, когда еще ученики в MGBI тоже там были, и вдруг один человек, который пришел, его начало пускать пену, и один из наших учеников, вместо того, чтобы начать молиться, она начала сказать, ладно, не буду, она просто так сказала, что я аж опешил.
Она вся: «О, мама!» Другими словами как бы выразилась, перепугалась матами, знаете, так. Я думал, ничего себе. И она кричала: «Чур, чур, чур, чур!» И начала убегать. А в данной ситуации Иешуа настолько спокойный. Даже нужно понять, что бесы проявились, когда только шли к нему, только увидели, начали сразу проявляться. И он спокойный, просто продолжал разговаривать с папой. Спокойно. Третье, что Иешуа отмечает, отвечает вопросом на вопрос. Вы должны понять, это еврейский образ как бы общения. Вопросы на вопрос. Да? Он задает вопросы, говорит: если что можешь, ему говорят: если ты сможешь, то сделай что-нибудь с нами. Он говорит: а если несколько-нибудь будешь верить хоть чуть-чуть? Вот это слово «если». Вот это слово «если» не касалось папы, вернее, не касалось Иешуа, извините. «Если» не касалось ему, потому что Творец неба и земли, знающий все происходящее, видя папу в ситуации, конкретно ребенка спиной изо рта, он понимал, что это происходит, но он это «если» обращает к папе и говорит: «Если сколько-нибудь можешь веровать». И знаете, что следующее? Он говорит: «Все возможно верующим». Все возможно. Иешуа говорит при этом, не просто говорит, он говорит к нему верить в Бога. Он говорит: но верь, что это можно сделать. Что это не должно тебя пугать. Конечно, легко сказать, когда ты не живешь с ребенком, который с годами такие вещи происходят. Если вы заметили, он говорит, в любом месте его хватает этот бес, то в воду его кидал, да, то он топился, наверное, папа спасал. Я думаю, у папы была жизнь еще та, спасателя. То там, наверное, сидели где-то, наверное, у костра, там шашлык жарили или что-то еще. Мальчику понравился, он сел в огонь. Представляете, такие вещи? Но это надо было постоянно в каком-то напряжении жить. Поэтому Иешуа говорит ему вещи, которые сложно понять. «Пусть не тревожится сердце ваше». Иоанна 14 глава 1 стих. «Доверяйтесь Богу и мне доверьтесь». Я немножко взял другой перевод, еврейский перевод Нового Завета. Здесь очень интересно. «Доверьтесь Богу и мне доверьтесь». Классический ответ от отца ребенка практически как у многих из нас. Ведь, возможно, мы не раз с вами, да, может быть, и не два раза, может, много раз, еще раз, еще много-много раз. Мы говорили, мы верим в Бога, но поддавались сомнению. Мы верим в Бога. То есть, если ты спросишь человека: ты веришь в Бога? Вот верю в Бога. Ты веришь в исцеление? Ну, я не знаю, когда это произойдет. Будем молиться. То есть, мы иногда в то же самое положение попадаем, что и папа мальчика. Я как бы верю, то есть я верю, но помоги моему неверию. То есть, другими словами, мы поддавались сомнению, вернее сказать, недоверию Богу в том или ином вопросе, в том или ином ситуации, даже в том, что касалось нашего здоровья. Смотри, 24 стих. «Тот час отец отрока воскликнул со слезами». Я понимаю, что то, что он пережил, он начал плакать и говорит: «Я верю, что Бог может сделать». То есть, я верю. И сразу же: «Помоги моему неверию». Другими словами, верю, Господь, что ты все можешь, но уже в это происходящее уже тяжело даже поверить, что это возможно. Я вообще не доверяю жизни, что можно так хорошо жить. Мы все знаем, что дальше произошло. Каждый из нас понимает, что Иешуа освободил этого мальчика, бесы перестали проявляться. Но знаете, риторический вопрос поступил ему от его же учеников, не от нас. Вопрос в чем? Когда вошел Иешуа в дом, ученики его спросили наедине: почему мы не могли изгнать его? После всего. И сказал им: сей род не может выйти иначе, как только молитва и постом. Вы скажете: ну что,
Мы что, мы не постимся, не молимся? Очень, я хочу, чтобы вы услышали момент такой важный для каждого верующего человека. Иешуа дает ответ на вопрос, а почему у нас не получается? Потому что практическое применение веры – это практическое, то есть делами применяется та вера, которая в тебе. Другими словами, вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Вера без жертвы, которую мы должны сделать, она мертва. Вера без самоотречения не способна ничего сделать. Без отречения от славы, потому что Бог говорит, славы никому не дам. А чаще всего многие те, которые пытаются что-то там проявить, внутри себя у них, а со мною Бог. Интересно, правда? Если так, брат, посмотреть на многих людей, они очень странные. Но что произошло в прошлый шаббат? Что происходило в прошлый шаббат? Люди получили исцеление, когда было поклонение, когда была молитва людей, когда мы призывали имя Бога, и Он это сделал. Мы получаем веру, не сидя на лекциях по сверхъестественному, но веру мы приближаем к Богу личными отношениями с Ним. Эти личные отношения всегда требуют времени, жертвы, отвержения от своих собственных каких-то желаний. И вот Иакова, 2 глава, 21-24 стих. «Разве не был наш отец Авраам признан праведником на основании того, что он принес своего сына Исаака на жертвенник?» Я читаю сейчас из Еврейского Нового Завета. «Видишь, что вера его проявилась в делах. Делами веры достигла совершенства. Исполнилось отрывок еврейских писаний, гласящий, Авраам поверил Богу, и это зачислилось ему как праведность. Он был даже назван другом Бога. Видишь, человек признается праведником на основании дел, а не на основании одной лишь веры». Удивительно. Вы скажете, секунду, Ребе, а разве Павел не лучший из апостолов? Он же там написал чуть ли не третью часть всего Нового Завета. Он же сказал к римлянам, что и поверил Авраам Богу, и просто это вменилось ему в праведность. Я с вами согласен. Но то, что Павел пишет, и то, что говорит Иаков, Авраам приложил к своей вере и дела. То есть, веря, он делал то, что Бог его просил. Он к своей вере приложил действие. И это не является противоречием. Абсолютно не является противоречием. Потому что мы видим, что истинная вера действует через дела. Потому что только верить без каких-то вещей. Например, один простой вещь. Что имею, то даю. Во имя Иешуа встань и ходи. Дела какие нужно было? Нужно было встать и пойти. Вы понимаете, о чем я говорю? Так же самое для нас. Когда мы с вами попадаем в ситуацию, как отец ребенка, верю, но не доверяю, типа помоги мне моему недоверию, тогда нужно приложить к нашей вере в Бога немного дел, способны доверять Богу на 100%. Иногда мы молимся и спрашивают, за что молиться? Печень болит. Что с ней? Болит и страшно. Какой диагноз? Пока не знаю. Пойди, узнай. Может, это не печень, потому что печень не болит. Там есть, может, другие какие-то вещи, за что нужно молиться. Без жертвы нет жертвенника. А без них, то есть без жертвы и без жертвенника, нет веры, производящей Божью волю на жизни. Авраам услышал, но нужно было сделать и жертвенник, и принести жертву. Мы не получаем спасение заслугами. Абсолютно. Я не говорю, что нам делами мы спасаемся. Мы не спасаемся делами. Знаете, что происходит? Когда мы спаслись, когда мы приняли наше спасение, тогда мы делаем. Понятно, да? Вот делами мы не спасаемся. Но когда мы спаслись,
мы делаем то, что Он сказал. Как, знаете, католики спрашивают, ну вы же не верите в Марию? Я говорю, и типа, она что, мама Иисуса, там, типа, да? Я говорю, почему? Мы верим. Он, как? Она же сказала, делать, как Он сказал, так мы и слушаемся. Очень просто, она сказала же, Его слушайтесь, мы слушаемся. Вот мы исполняем, что она попросила. Да, нам... Я вам хочу дать один пример. Жизненный пример. Кто из вас понимает, что мы живем в технологическое время? Встречали вы такую вещь, как вы заходите в каком-то общественном здании, да, заходите в комнату, а там темно, и вдруг, когда вы заходите, шаг делаете, и вдруг свет загорелся. Да, это называется новые технологии, то есть вмонтированные датчики движения. Чтобы так для всех понятно было, это вмонтированные датчики движения. Знаете, они существуют по особой причине. А причина очень простая. Люди, которые не платят за электричество, они не выключают свет. Поняли, нет, что я сказал? Вы замечали, что люди, которые в общественном, или пришли к вам в гости, люди, они же не платят за свет, они не включают свет. Им все равно, сколько света нам. А люди, которые платят за свет, они как раз вот и смотрят эти технологии. Но это не означает, что в этом датчике движения нет света. Или же нет электрического заряда. Вы так, да? Все это и существует. Но если там никого нет, нет движения, ничего, там темнота. Но когда вы открываете, вы даже не можете найти выключатель, потому что есть датчик. Следите за моей мыслью. Вам нужно что-то сделать. Даже если будет кричать, включите свет, никто не включит. Вы будете трогать специально, чтобы включить свет. Наши люди тоже так иногда. Что сделать, чтобы включить свет Божий? Это типа для моей жизни. А вот эти технологии новые показывают, что нужно движение. Нужно что-то сделать, чтобы включился свет. Без движения не проявляется Божья сила. Без того, чтобы мы не вкладывали в это движение чего-то, то, что Бог нам дал, не будет ничего происходить. Поэтому второе, что еще пытается сделать, поверить им, сказать, поверьте, что я люблю вас. Это не значит, что я a yellow blue bus. То есть по-английски не получится так. Мы когда американцев учили, как сказать «я люблю вас», мы говорили «yellow, blue, bus». Только быстро скажи. И получалось по-русски «я люблю вас». Смотрите, люди многие сомневаются в Божьей любви, потому что у них есть личные отношения, не очень хорошие со своими папами, мамами или же учителями. Поэтому отношение к Богу как бы на уровне человеческих отношений, они не очень хорошие. И люди сомневаются, что Бог любит их, настолько, что отдал своего сына за них, и что он умер добровольно на Голгофском кресте, чтобы понести наши с вами грехи. Но давайте почитаем, что происходит. Иоанн пишет в 20 главе 1 стих и 2. В первый же день недели Мирьям, Магдалина, то есть приходит к гробу рано, когда было еще темно, видит, что камень отвален от гроба. И так бежит, приходит к Симону Петру и к другому ученику, который любил Иешуа. И говорит им, унесли Господа из гроба Господа, да, и не знаем, где положили. Человек приходит в панике, начинает кричать. Унесли, не знаем, что происходит. Гевалт, кошмар. Знаете, интересно, Иоанн всегда пишет о себе другой ученик. Если вы читаете Евангелие от Иоанна, вам советую почитать его, потому что все три года описаны Иоанном. И везде он пишет «другой ученик». В этот момент он пишет «ученик, которого любил Иешуа». Я специально говорю. Нам Иешуа пытается сказать «я люблю вас». Несмотря на то, что произошло,
Потому что он, я буду читать дальше, то, что вы предали меня все, вы разбежались, несмотря на предательство, я люблю вас. И Иоанн, он понял это откровение, поэтому уже пишет, он пишет Евангелие, то есть добрую весть, да, он пишет таким образом, где он рассказывает о том, что там другой ученик, которого любит Иешуа. Ну, давайте прочитаем дальше. В тот час, быстро, вышел Петр, другой ученик. Ну, другой ученик, видите, да? То есть, понятно, что он пишет о себе. Так сильно любил себя, не знаю. И пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра. Он не хотел сказать, Иоанн бежал. Говорит, ну, другой, которого любил Иешуа, бежал быстрее. Пришел ко гробу первый. Наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Наверное, еще суеверный был. Вслед за ним приходит Симон Петр и приходит к гробу, увидит одни пелены лежащие и платок, то есть плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особенно свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедшего к гробу, и увидел, и уверовал. Поверил. Иоанн поверил, потому что Иешуа любил его. Это откровение должно быть удивительным, потому что он увидел и лежащий платок отдельно положен, свернутый, и он понял, мой Господь живой. Живой. И я это чувствую. Я переживаю это. Когда ты уверен в любви, ты не можешь верить происходящему. Когда ты не уверен, извините. Когда ты не уверен в любви, ты не можешь верить происходящему. Мы не верим людям, которым мы не, знаете, вот, не уверены в их искренности. А искренность, она индикатор любви, правда? Когда люди не искренни, они фальшивят, мы им не доверяем, мы не верим их словам. Но что хочу сказать, как проложить действие к нашей вере? Когда ты знаешь, что тебя любят, тогда ты идешь на риск. Правда? Ради семьи, ради тех, кто тебя любит. Ты, как говорю, идем на дело, да? Ты идешь на дело, ну вот, что будет, то будет. Потому что ты любишь. Ты любишь. Ты знаешь, что тебя любят. Да? Даже люди идут на смерть, потому что знают, что тебя любят. Вера без дел мертва, но делами это мы вот показываем, что есть любовь. Один же из учеников, 13 стих, это же Евангелие от Иоанна, 13 глава, 23 стих. Один же из учеников его, который любил Иешуа. Он говорит, это один из тот, кто любил, я был любим. 19 глава, 26 стих. Иешуа увидел матерь и ученика, тут стоящего, которого любил. Он не... Знаете, когда... есть еще место писать. 21 глава. Вопрос у меня, знаете, какой? Что вообще Иоанн себе накрутил? С чего это? Наверное, какое-то внутреннее состояние. Может, потом хотел себя выделить? Знаете, и я понял, что Иоанн вообще-то не один такой был. Вы скажете, а кто еще там так пиарился? Любимый ученик, любимый ученик. Помните, он возлежал на груди у Иешуа, и он говорит, любимый ученик возлежал. А я читаю числа, 12 глава. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле», писал Моисей о себе. Когда я прочитал это все, я понял, либо манечка величия у них всех, что у Иоанна, то и у Моисея, либо что-то другое, или какое-то откровение. Откровение от Бога, что Он не только избранный, а Он любим. Он любим. Моисей пишет о себе, что он кратчайший человек на земле, писал себе Моисей. Знаете, так что
Я не думаю, что это синдром величия, превозношения или гордости. Это откровение реальности смирения, откровение, приходящее от Бога. Ну, это реальность. Знаете, почему я говорю реальность? Потому что я могу сказать, я лысый человек. Не, ну, мог кто-то сказать, ну что, лысый, что ли? Как у нас есть. Не, я лысый, я блестящий, как факт. Понимаете, да? Я воспринимаю это состояние, что это я. Когда Иоанн говорит, его любимый ученик, он воспринимал это реально, потому что он переживал эту любовь, которая явилась. Вот несмотря на такое высокомерие о самих себе, как мы можем предположить, это выражение реального познания Божьей любви и признания в себе, что Бог меня любит. Это больше, чем слова. Это знание того, что Бог на самом деле послал свою любовь в виде Иешуа. Когда Иоанн говорит это не означает, чтобы Иешуа меньше других любил. Абсолютно не означает. Но это делает фактом для того, что мы с вами должны принять, что Бог нас любит. Это настолько было явно и сильно, что Иоанн пишет 11-ю заповедь. Вы знаете, что есть 11 заповедей? Я вам почитаю. Даю вам новую заповедь. Непрестанно любите друг друга. Не просто, как в одном месте говорит, любите друг друга. Я люблю, но далеко. Знаешь, такое состояние. Но здесь пишется вот новый вот перевод еврейский. Мне он нравится. Постоянно любите друг друга. Как это возможно? Иоанна, 13 глава, 34 стих. 15 глава, 12 стих. Вот моя заповедь. Любите друг друга, как и я возлюбил вас. 15 глава, 17 стих. 17 стих. Я заповедь вам даю, чтобы вы любили друг друга. Итак, уже послание Иоанна. Итак, вот заповедь, которую мы имеем от Него. Кто любит Бога, должен любить и своего кота. Да? Значит, или же своего соседа. Свою тещу обязательно. Братья, не забудьте. Нет, своего брата, ближнего. Между прочим, я скажу так, Иоанн один из апостолов, который не умер своей смертью. Он умер на острове Патмос, ему было около 100 лет или чуть больше, точно нету, как бы сказать, даты, но все остальные апостолы умерли не своей смертью. Я не буду перечислять, кто как умер и где, потому что это разные истории, но вы скажете, а почему он выжил? Или как бы так, что ему не было как бы так до него дела, он там умер 100 лет. Знаете, есть разные истории, но я специально взял Википедию, но в Википедии нельзя доверять, но я специально прочитаю. Во время гонения на христиан, начатого императором Нероном, апостол Иоанн по преданию был отведен в узах, то есть на суд в Рим за исповедание своей пламенной веры в Иешуа Мессию, то есть Иисуса Христа. Апостол был приговорен к смерти. Однако, выпив предполагаемую ему чашу со смертоносным ядом, он остался живой. И выпьет, и не повредит. Тогда они думали, ну хорошо, это не получается. И вот апогей, да, они даже делали объявление о том, что они будут казнить Иоанна, одного из любимого ученика Иисуса. Также его раскалили масло, было кипящее масло, его туда опустили. И это по преданиям. И он оттуда вышел из кипящего масла невредим, после чего его отправили на Патмос. Это предания такие. Но представьте себе, что, возможно, после того, как он пережил страшную ситуацию с маслом, может быть, он поэтому видел видение на Патмосе. Откровение Иоанна. Помните, да? Это страшная история. И Иоанн знал, что Иешуа Господь.
не только, что Он Господь, но Он и Бог. Он знал, что Иешуа любит Его. 1 Иоанна 5, глава 20 стих. «Знаем, что Сын Божий пришел, дал нам свет и разум, дал да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иешуа Мессии, се есть истинный Бог и жизнь вечная». Итак, он знал, что он Бог уже после встречи, и знал, что Иешуа любит его. Последняя часть, я думаю, что очень интересная, потому что я хочу попросить вас, братья и сестры, поверьте сами себе, что вы любите Иешуа. Поверьте, что вы любите Иешуа. Скажите, Ребе, что-то ты странно разговариваешь сегодня. Вот эта странная просьба, я прошу, чтобы вы к нему отнеслись очень важно, потому что я увидел, что это была просьба Иешуа. Я не просто говорю вам, поверьте себе, что вы любите Иешуа или Бога. Я вдруг увидел нечто, что Иешуа пытается сделать после своего воскресения, до Пятидесятницы. Устанавливать в людях веру, не просто вера в Бога или вера в исцеление или получение Духа Святого, он именно вера в Него, вера в то, что вот последнее, что вы любите Его. История очень простая. Иоанна 21 глава 16 по 17 стих. Еще говорит ему в другой раз Симон Ионин, любишь ли ты меня? Сегодня Иисус спрашивает каждого из нас, ты меня любишь после всего, что ты сделал? Ты меня любишь? Он говорит, ты знаешь, что я люблю тебя? Иешуа говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, ну там первый раз было, второй, если сокращаю. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, то есть насупился, может быть, как люди, может, обиделся, можно сказать, на то, что люди обижаются, когда спрашивают. Что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня? И сказал ему, Господи, ты же знаешь, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иешуа говорит ему, паси овец мой. Мы должны дать должное Симону. Симону Петру в том, что он был настоящий рыбак, по-человечески плотской, нормальный чудак. Он похож на нас с вами. Тут он говорит, Иешуа, ты же все знаешь, ты же все знаешь. Конечно, Иешуа все знал. Но он хотел, чтобы сам Петр знал, что он любит его. Вот внутри. Знаете, когда я смотрю на Петра, он эмоциональный человек. Помните, это, когда они были, переплывали уже море, бушует шторм, и вдруг они видят Иешуа идущего. Да? Помните, да? Они чуть ли так не перекрестили, сказали, Дух идет. Но Иешуа, понимая, что происходит, говорит, это я, не бойтесь. Вот он говорит, смелее, друзья, будьте смелы, сказал он, не бойтесь, это я. Тогда Петр сказал, Господи, если это ты, не сказал, что это я, скажи мне идти. Ну, по-плотски, понимаете, чего не верить? Ну, это ты, скажи мне. История преображения еще одна. Помните, там такая интересная картина, когда Иешуа взял троих на гору преображения, там произошло чудесные вещи. Моисей явился Илья, преобразился Иешуа, они говорили об его исходе и все остальное. И тут вот время ихнего разговора, вместо того, чтобы писать, что там происходило нормально, да, Петр не писал, и вдруг ему стало так хорошо, как у нас люди иногда говорят, трое или четверо, подходит кто-то еще рядышком, да, потом говорит, дайте мне вам что-то сказать. Думаешь, что ты сюда влез вообще?
Петр здесь то же самое делает. Петр сказал Иешуа: хорошо, что ты здесь, Господи. Если хочешь, я построю три шатра. Один для тебя, один для Моисея, один для Ильи. Человек просто как по-плотски, ну как бы так, все хорошо, все классно. Ну удивительная вещь. И он говорит: я тебе построю. Ну, нам здесь классно, давай построим. Друг, пока он говорил, я читаю чуть дальше, Матфея 17 глава 4 стих и 5, сейчас читаю 5. Пока он говорил, то есть когда он пока еще говорил, да, построю три кучи тебе, Моисею и Илье, и когда пока он сказал, наверное, Илье, тут произошел что-то нечто. Окутало светлое облако, и голос из облака сказал: это сын мой любимый, в котором весьма я доволен, то есть в котором мое благоволение. Знакомо, да? Где еще было сказано это? Во время погружения, да? Это сын мой, в котором мое благоволение. Но вот здесь тот же голос с Бога от Отца добавляет: его слушайте. Я когда подумал об этом, я как-то, может быть, это звучит смешно или иронически, такое, ирония такая, да, вот разговора. Вдруг голос с неба: это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Петр, закрой рот, слушай его. Слушай, что происходит. Слушай, что происходит. Они говорят об исходе. Слушай. Ну, Петр как Петр, он же сам по себе. Бог прерывает Петра. Когда он был по-плотски общался. Потом Иешуа цитирует Танах. Во время, помните, когда говорит, что вы, разбежитесь, предадите меня, вы убежите, вас не станет. Он цитирует Захарию: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых сих». И что говорит: вы рассеетесь, поражу пастыря, и рассеются овцы, вы все в эту ночь отречетесь от меня. Он говорит, и тут Петр говорит: только не я. Пророчество, Иешуа цитирует пророчество ветхие, и он говорит: все. А Петр говорит: ну, не я. Иешуа говорит: петух не вопоет дважды, ты трижды от меня отречешься. Знаете, это вот простые вещи, но после воскресения из мертвых Иешуа проводит с ним время. Иешуа хочет провести с нами время. Он задает ему вопросы, которые касаются нас. Любишь ли ты меня после того, как ты был плотским, человеком? Ты меня предал. Ты просто не хотел воспринимать все то, что я говорю. По этой причине Иешуа задает вопросы для нас с вами. А любим ли мы его после того, как мы все предали его? В какой-то мере мы с вами на самом деле предали его. Как Петр, который говорит: ну ты же знаешь, ну ты же все знаешь. Ты знаешь, что у меня произошло на привозе, ты же знаешь, что произошло у меня на работе, ну ты же знаешь это все. Я вам скажу так: да, Иешуа все знает. Но когда он задает вопрос, он хочет, чтобы мы утвердились в нем, что мы любим его. Бог не задает нам никаких вопросов для того, чтобы мы учились. Бог задает для нас вопросы, чтобы мы делали вывод. Вывод. То есть, любишь ли ты меня? И мы могли не научиться любить его, а наоборот, мы любили бы его. Вывод Петра был очень простый. Он любит Господа настолько, что он готов был умереть. Поэтому он потом говорит о том, что поведут тебя, куда не захочешь. Когда он решил это, сказал: я люблю тебя, независимо от того, что происходит в моей жизни. Даже если мне придется умереть, я тебя люблю. Я тебя люблю. Словами или делами, мы с вами, будучи верующими людьми в Бога, в той или иной форме отказывались от Иешуа. Мы не отказывались от Бога, но мы отказывались от Иешуа. В обществе людей, в школе, институте, на работе, семье или в общественном транспорте. Либо вообще, как бы так, среди неверующих людей, когда мы праздновали какие-то события.
внутри мы верим в Бога. Если кто-нибудь спросил, веришь ли ты в Бога, как бы мы говорим, да. Но когда конкретно спрашивают, ты христианин, потому что от тебя ожидают какого-то поведения, а ты чуть-чуть не соответствуешь этим, ты начинаешь, как Петр, чур, не знаю, о чем ты говоришь. Сегодня день встречи с воскресшим Иешуа. Сегодня время между, мы говорим, Песохом, да, и Пятидесятницей. Возможно, ваша вера в то, что Иешуа есть Бог, она пошатнулась вопросами других людей. Возможно, что вы не верите, что Он воскрес из мертвых. Сегодня вот этот Шавуот, или от Шавуота до Пятидесятницы, встреча начинается с вопроса. Веришь ли ты, что Иешуа воскрес из мертвых? Что Он любит тебя? Веришь ли ты после всего того, что ты наделал, что ты любишь Его? Сегодня мы приступаем к хлебопреломлению. И вот здесь вот мы не приступаем к Богу. Иешуа говорит, делайте это в мое воспоминание. Ты понимаешь, что произошло на Голгофе? Ты понимаешь, что воскресение из мертвых – это не просто как бы часть, ну, чтобы взять, примириться с Богом, что воскресение из мертвых – это подтверждение Его божественной природы. Он есть Бог. И, возможно, сегодня Фома, который должен прийти и сказать, я пока не прикоснусь, не вложу, не поверю. Иешуа очень четко ему потом ответил, когда он говорит, ты мой Господь и Бог. Он говорит, потому что ты попробовал. Но блаженны те, которые не видели и поверили. Сегодня обращение к нам просто поверьте, поверьте, поверьте. И я назвал свое послание таким образом. Тема, я писал себе и переделал пару раз его. Я сказал, поверь, это этого стоит. Поверь. Поверь, что Он любит тебя, и Он с тобой рядом всегда. Даже когда Петр отрекался, Он был рядом. Потому что их глаза пересеклись. И Петр долго и горько плакал. Он не плакал, потому что вот, отрекся просто. А то, что Иисус так сильно его любил, что сказал ему наперед, что случится. И вопрос, который Иешуа задает ему, любишь ли ты меня после всего того, что ты натворил в жизни своей? Спросите себя самого. В том ресторане, где вы гуляли, с теми девчонками, которые тебе смеялись над твоей молитвами или крестиком твоим, который там есть, или Моген Дэвидом, который у тебя, где ты, может быть, встал на ту позицию, где, ну, разные боги есть. О, еда, Бог один для всех. Но вы постеснялись сказать, что Иешуа есть путь,
истина и жизнь. И никто не приходит к Богу Отцу, как только через Него. Вы постеснялись предложить прощающему помолиться за вас во имя Иешуа из Назарета? Даже вчера мы, перед тем, как... Извините, позавчера мы остановились купить так, овощей туда-сюда. И тут Таня задержалась в магазине. Я стою, жду и думаю, ну сколько можно? Ну вот реально, сколько можно? Ну, женщина плохо задает такой вопрос, почему они скупаются. А смотрю, она идет к кассе, и с ней какой-то парень идет. Молодой, 15 лет где-то. Она говорит, смотри, он сбежал из дому, ему нужны финансы. 7 гривен, чтобы доехать куда-то там домой. В этот момент она берет эту возможность и говорит ему о Боге. В этот момент я выхожу, она, потому что я пока я расплачивался, я говорю, слушай, там пару гривен, у меня просто нету денег с собой, возьми там, помоги ему. Пока я иду, она уже за него молится и ведет его через молитву покаяния во имя Иешуа. Насколько мы, как верующие люди, знаем, насколько он нас любит. А любим ли мы его так сильно, чтоб все почти засор? Он не требует от нас, мы почитали все засор. Понимаете, да? Он не требует от нас, чтобы мы отказались от счастья, которое у нас есть, от семьи, которая у нас есть, да? От того удобства, которое у нас есть. Он не этого именно требует от нас. Он смотрит, на самом деле, любим ли мы его так сильно, что это все, что у нас есть на земле, оно не притягивает нас, не забирает нас от самой главной вещи – служения Богу. Меня удивляют люди, которые не ходят на собрания, потому что то, что происходит здесь, нельзя заменить телевизором. Меня удивляют люди, которые не хотят прийти на домашние группы, потому что там происходят чудеса, знамения, там молятся друг за друга. И на собрании тоже. Иешуа говорит, не оставляйте, общайтесь. Иешуа говорит, чтобы вы были едины, как мы едины. Он говорит, сохрани их в этом мире, потому что я их люблю.